Всем привет, ребят, с вами я, Вова Миронов, и сегодня мы с вами будем проходить Friday Night Funkin' против Треки фаза 0. Фаза 0, то есть самая начальная фаза. Вот, вот это пиксельки были. Да, фаза 0, кстати говоря, в этом моде много песен, много. Вот, смотрите, фаза 0, целых 4 песни, потом фаза 0.5, 3 песни, фаза 1.5, 3 песни. О май гад. А дальше вот это. Там бойфренд что-то делает. Ладно. Ну, банали. Фаза ноль. Кстати, тут только хардмод доступен. Я пью сот. А он оказывается еще меня это. Там что-то улыбается. Солнце что ли улыбается? Мне кажется, или это видео у меня будет сейчас. Я не знаю. Если здесь премьеры. Но пота не сложно. Пота не сложно. Ой. На одну пропустил. Песня, кстати, дворе называется Талиоп. А мы потом еще с вами фриплей проверим. Ух ты. Ну вот это да. Да, все, прошел. Так, следующая песня. Редимер. Следующая песня.
тут 4 песни, но тут, знаете, тут, походу, тут 13 песен, тут 13 песен, ребят. Тут 13 песен в этом моде. Офигеть. Прошел. Третья песня. Ловнит. Тут 13 песен. Офигеть. А вот это сложно, кстати. О, нет. Ладно. Пока нет ничего сложного. О, вот это легко. Тоже легко. Вот это не очень легко, конечно. Да. Блин. А тут спам работает? Нет, тут спам не работает, короче. Наверное. Не знаю, работает или не работает. Сейчас проверю. Да, я на третьей песне проиграл. Но ничего страшного. Сейчас, подождите. Мне надо проверить, спам работает. Нет, спам не работает. Я должен тут-то сам пройти без спама. Это хитро просто сделали. Но они так хитро сделали, чтобы так не делать. Да, очень хитро. Хитро. Очень. Сейчас будет момент, на котором я проиграл. Вот здесь. Да, я вот здесь проиграл. Ну и так это мне пройти. Блин. Блин, сейчас.
Вот, вот так. О, нет. Блин! Одну стрелку пропустил. Я одну стрелку пропустил, ребята. Офигеть. Вот это я, конечно, даю. Вы видите, я там одну просто стрелку пропустил. Ну, там были одни выпускаться, я прям на одной проиграл. Хард. Да это хардкор, а не хард вообще-то, по идее. Мне надо научиться проходить. Блин, а тут было ботплей есть, кстати? Нет. Ха-ха, ботплея нет. А почему тут нет ботплея? Ладно. Так. Вот сейчас будет. Пам-ба-ба-ба-ба-ба. Да блин, ну он там вниз, то есть я тут понимаю, я должен нажимать на все кнопки. Правда, тут я это сделаю, фит это вас, фит кто знает. Блин. Не, ну это, мне это уже злить начинает. Это кто-то что-то не прохожу. Это нечестно. Сейчас будет этот момент. Да в смысле? Я же нажал на вниз. Я что, еще и должен... Ну, потому что я нажал в режиме спама. Я нажимал в спаме. Видимо, мне придется установить мод за компьютера, чтобы он за меня все это проходил. Кстати, дворя, я мог бы тогда, помните, я играл в против папируса там Fortnite Funky, я бы мог так бы сделать. Нет, ребята, я это все проходить не буду. Давайте лучше все за меня это пройдет. Ну вы сами понимаете, кто. Бот все за меня пройдет. Только сначала мне надо, во-первых, научиться так им пользоваться и написать в Ютубе. Да я видео на паузу ставить не буду. Это если что, я вам даже сам покажу. Так, включать режим бота, если нет режима ботплея. Ботплей. Ладно. Уэнсдей против меня. Дхар сделал видео на... Я так понимаю, это... Дов сделал, ну типа аниматор, который создает 3D-анимации. Дов. Вот так звали. Ну ладно, пофиг. Неважно. Грустная история происхождения Амбуша. Это что, анимация Game Toons? Ну да. Естественно. Вот это нурен там Амбуш. Мне интересно просто. Мне просто интересно. Слушайте, так сделать. Так, ну вы не подумайте, что я смотрю аниме. Я его вообще не смотрю. Я аниме ненавижу. А, так сделать бота в ФНФ. А ну там. Неужели это нужно Steam пользоваться? У меня Steam не работает, чтобы вы понимали. Он на телефоне отснимал, серьезно? А, нет.
Блин, у него тут тоже Steam. А, нет, у него, короче, у него Android. Мне нужен компьютер. Всем привет, с вами Game B, план B. И я расскажу, как... Как обычно. Вот, план B, вот, 20. Должны одновременно нажать на F1. Одновременно, сразу же. Одновременно. Вот, как я. И можете наблюдать. Как... Если что, бот может делать ошибки. Я могу тут пройти уничтожить проклятый омлет без урона за прохождение милы временно этом в режиме там где Alt Tansoft. Но неужели он с помощью Steam остался? А, это не Steam. Это Steam или не Steam? Сначала вы устанавливаете Funky Friday Night. Как FNAF бот. А, это не Steam. Да, это не Steam, оказывается. Я думал, что это, ё-моё. Ну, я думал, это Steam тогда. А что вы думали-то? А ничего не думали. А так стачать-то? У меня, о нет. О нет, ну не говорите, что мне придется это. Это... Почему? Только не говорите, что мне придется это. Короче, я хочу сказать. Мяу-мяу, бой, с вами Димон. И да, наше видео набрало 2000 лайков. Дом и стрелочки, и снизу наша... Фотошоп, рисуете свою... надпись, какую бы вы хотели. Ну, еще я вам хотел под конец показать. Во-первых, донат. Итак, опять заходим в нашу папку с модом. Здесь мод, интромод. Интерпретирует. Она это будет понимать вот так. Будет видеть, выглядеть здесь. Dota файл, ага. Ага, а тогда пойду на Dota файл, если у меня его нет. Ну ладно, наверное, сюда надо нажать. Это что я сейчас стачал? Это я стачал, что это? А, да, реально, FNAF 20, ну там. Фу. О, смотрите. Реально FNAF бот включился у меня. Так, стоп, а так... Так им пользоваться, вопрос. Кстати... наверное, мне надо проиграть. Я не знаю. Короче. Ребята, с вами я, Дэн. Сегодня вы узнаете, как установить и пользоваться фунфунбоном. Что ж, вы должны перейти на сайт по ссылке в описании. Дальше вы должны найти релизы, а потом нажать на последний релиз. Дальше вы нажимаете на release.zip, чтобы скачать последний релиз. Ну, это создать папку, назвать как хотите. Дальше перемещаем туда файл и нажимаем правую кнопку мышки и распаковываете файл. Вот у нас есть файлы. Запускаем эту программу. Вот у нас есть программа. Дальше нам нужен какой-то мод или любая папка с этой игрой. Вы копируете местоположение, вставляете сюда. Татуя. И дальше он находит. Дальше. Фошлабе. А, фош. Фо. Выбираем уровень, который вы хотите. Вот, например, здесь есть вот только один. Так, а ну-то еще раз. Он что передал? Он вот это перетащил? Вставляете сюда. И дальше. Да блин. У нас есть файлы. Запускаем эту программу. Вот у нас есть программа. Дальше нам. Ну да, логично. У меня 20 минут снимает. Нужен какой-то мод. И любая папка из
этой игрой. Вы копируете местоположение, вставляете. Он на табуто Манфис. Да. И дальше он находит. Дальше выбираем от Харди. Уровень, который вы хотите. Вот, например, здесь есть вот только один. Выбираем его. Если написано play thread created, то значит у вас все получилось. Могут быть какие-то ошибки при загрузке уровня. Дальше открываем сам мод. При уровне вам нужно нажать на кнопку Save. Чтобы перейти На татую кнопку творит. Что он имеет в виду? Что это? Откуда это? Ё-моё. Короче, да. Блин, я мог бы, знаете, это сделать против папируса-то, мог бы её и проходить там. Тогда было бы все нормально. И Сквидварда я мог бы так же сделать, по идее. Нельзя. А что можно? Ничего нельзя? Ну тут нет у меня этой. Чтобы вы понимали, ребята, у меня нету значка. Ну подойдите-то. Та-та-та, смотрите его. Сейчас. Блин. Всё. А тот реально тот затрет. То есть это сделать. Да блин, не то, это же Android. А может и компьютер? Ну, я не знаю. Android. Ну! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Лэйзи. О, смотрите, у него Генри Ститман. Да и сегодня я хотела бы вам рассказать. Геометри Даш. И Браво. Сразу говорю, я не играю с батон. Undertale. Просто хотела рассказать вам. Амонт. Дензимен. Сначала нужно скачать там FNFBot. Этот FNFBot обычно... А у него, кстати, говоря, белым цветом. Я это... Ну! Извлечь все и извлечь. Я этого делать стал с Гугла. Потом открываете ее и нажимаете FNFBot. Я этого делать не буду. Потом у вас открывается FNFBot. Советую его закрепить на панели задач. Я этого сейчас делать не буду, я это уже делал. Потом, что вы делаете? То есть, вы имеете в виду, что мне нужно его это... Да блин, ну я не понимаю. Я не понимаю, вот почему именно извлечь? Ну вот что за фигня? Что вот обязательно нужно извлечать? Вот, вот что? Преимность. Извлечь вот одну папку. Да не буду я ничего извлечать, блин. Но у меня тогда не получится, скорее всего. Так, я, короче, все вот это вот оставлю. Я это все оставлю. Ваши файлы. И потом мы заходим в папки, там Фредди. Где хранятся моды Friday Night. Ну, любой мод. Давайте, допустим, мод... Ха-ха, у него DTA 5. Я тут уже много модов поиграл, скажу так. Ну? Давайте Сарвент. Нет, короче, вообще без разницы. Давайте кто-то? Возьмем Хацуна Мику, допустим. О, нет! Это мне имя что-то напоминает. Хацуна Мику. Открываем FNFBot. Ну. Как только перестали дать страничка. Потом. Он что-то пишет. Кликайте один раз левой кнопкой мыши. А, он топирует, короче. Чтобы скопировать данную ссылку. Потом нажимаете Ctrl-C. У вас копируется... Тонтру статуи. А, С! Вот С. Ну, буква С, точнее. Тон... Да, я знаю. Если это, знаете, это горячая клавиша. Если нажать на тонтру и плюс букву С, то может сохраниться что-то. Это горячая клавиша. Ссылка. Теперь вводите
Ну, типа пасхалки на Windows 10. Вот. Ctrl-V. Все. Сохрани. Чего? У вас копируется... Эта ссылка. Теперь вводите FNAF bot. Ctrl-V. Ctrl... Что? Да блин! Ctrl-V. Да блин, а у него комментарии разрешены, надеюсь. Да, у меня, а если у меня не работает, но тупо вылезает и что-то, он даже не подтаживает режим, который мне нужен. Ну, во-первых, на цену нажать. У меня проще установить Framework 2, что делать? Я на Ютубе просто я... А этот бот работает с модами FNAF? Да. Но только шаги. Там где-то... Только на 4. Но только шаги работает. Короче, шаги не работает. Вы прикиньте, где там 9 стрел, что-то было. Всё. Сохранено! 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 Идеально! А я... А мне... Так, да ну-то, давайте еще раз посмотрим. Фэбот? Ctrl-V. Все. Он сказал Ctrl-V. Значит, Ctrl плюс V. Окей. Ой, не то. Ну, я думаю, вот это мне уже не нужно. Тат. Значит... А тат я это... А так я буду видеть вот это. Тут же нет у меня это. Ну, это. ББ. Б! Алло. Мне нужно диспетчер файл. Смотрите, я захожу. Вот. Мне нужен быстрый доступ. А тут это я сделаю? Я без понятия. Мне обязательно нужно, чтобы было... это... Вот мне обязательно... Блин. Нет, отрыв не делал. Ну почему? Геймс. Нет, там... Так, Асорс, Асор. Дата. Это лов. Это папа-то пуста. Оригинально. Тат источать, и мне пофиг, ты, короче... Нет. Ну, не. Слушай, ребят, я не понимаю. А то есть вы хотите сказать, что мне придется самому проходить вот это. Можно я вот это вот сюда ставлю так-нибудь? Ставить. UFC 120. Да то UFC 25. Я бы не вставлял. Что за UFC 25? Что это? Что это означает? UFC 25. И вообще, я тут бы не играю уже, знаете, столь там. Я не играю 17 минут. Да, кстати, уже 18. Блин. Надо вот сюда. Почему у меня UFC 25? Я как бы нет, ну ладно. Тата, давайте еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну я не могу, у меня появляется файл, а в файле у меня нет вот этого. А может надо по-другому так-то? Не, я могу извлечь, но извлечь так я могу это. Ну, допустим. Что происходит? Моды. Короче, я не знаю, что мне делать. Это я мне придется все самому проходить, ребята.
это сам не пройду. Уже 30 минут идет видео. Ой, меня что-то бодануло. Да блин, у меня влагает. Вверх, вверх. Новый реторт, ребята. О, нормально. О нет, опять что началось. Ладно. Ничего страшного. Я выживаю. Опять! Я хочу выиграть. Ура! Я прошел третью песню. Сейчас ведь четвертая будет. Четвертая. Талиоп 2. О нет. О нет. Ладно, тут они хотя бы медленно идут. И это я должен пройти. Да этот бы уже это. Я это уже не пройду, тот бы. Я это не пройду. Блин, ну почему так сложно? Я хотел вновь тот бы установить, но это уже сложно. Это последняя песня, четвертая. Но знаете, в чем прикол? Она сложная, вот в чем прикол. Тем более только на харде. Ну тут спам не работает, наверное. Ну да, тут спам не работает. Спам не работает, опять. Ну это... Тут я это должен пройти. Вот так, нажимать на стрелки. Вот это нереально. Thank you.
Так, подожди, стреляй. Сейчас надо то-то сделать так, чтобы было удобно. О, вот так удобно. Я не понял, у меня спам работает. Ну я в настройках не могу изменить, если изменить. Если я изменю, то мне придется заново это проходить. Да из-за спама у меня это... Это сработает. Да нет, нифига не сработает. Ой, да я не знаю, что мне еще делать. Я лучше выйду. Я не, ребят, ну я не. А я. Ну, понимаете, я не это... Ну, ладно. Так, подожди, стартап. Так, да, настройки, в настройки хочу зайти. Ну, да. Не, мне это не нужно. Геймплей. Да блин. Фриплей. А, нифига себе такие мы хитрые. Она, короче, сохраняет только те, которые я это. Это. А вот это. А, понял. Короче, ребята, вот такая была игра. Да, я смеюсь, потому что я не прошел. Ну ладно, на этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Я вас люблю и все такое. Да. Всем удачи, всем пока.